Бегас, рада приветствовать вас в Египте, на побережье Красного моря, в городе Хургаде. Меня зовут Галина, и я буду сопровождать вас до ваших отелей. Первый вопрос хотела поинтересоваться. В Москве ни с кем не передавали пакет для компании Бегас? Не передавали, ну и не надо. По маршруту мы будем следовать сейчас с вами следующим образом. Первый отель у нас с вами будет Леруа. Затем у нас будет Sunrise Holidays и Seagull. Для начала давайте с вами сверим часы. В данный момент в Египте 5 часов утра 22 минуты. Разница с Москвой 2 часа. Египет перешел на зимнее время. Поэтому выставьте себе, пожалуйста, это время, потому что по этому времени вы будете жить, отдыхать и, что самое главное, улетать. Все мероприятия у вас будут проходить по местному времени. Для тех, кто уже включил свои мобильные телефоны, если у вас роуминг еще не подключился, пожалуйста, не переживайте. Он может подключиться в течение 24 часов. Но, как правило, это обычно бывает сразу же. В Египте два оператора мобильной связи. Это Мобинил и Водафон. По ценам на услуги они практически. Сейчас не прийти нужно обязательно с полным пакетом ваших документов. All inclusive, все включено. Это еще не значит, что абсолютно все бесплатно для вас в отеле. В каждом отеле есть набор услуг, платных для всех. Какие именно это услуги, за что платить, а чем можно пользоваться бесплатно, также расскажет вам ваш отельный в Иерусалим. То есть, приехав в одну страну и искупавшись в Красном море, у вас есть уникальная возможность посетить еще и в другую страну, искупаться в Мертвом море и также пройтись по святым местам. За дополнительной информацией также обращайтесь к своему отельному гиду. Сейчас запишите, пожалуйста, с кем вы встречаетесь, с заполненной карточкой, ваучером зеленого цвета. Сейчас у вас на руках осталось два ваучера. Отрываем ваучер зеленого цвета. Он не сам зеленый, там буковки Пегас зелененькие. И вашими паспортами проходим на ресепшн и получаем свою долгожданную комнату. От себя опять хочу добавить, что, господа, пожалуйста, ключи, карточки на полотенце и браслеты, которые вы сейчас получите при заселении, не терять, не ломать, не передавать третьим лицам. За все за это многими отелями полагается штраф. Карточку заполняем английскими буквами. Про ваш отъезд еще пока рано говорить, но хочу напомнить, что из Египта запрещены на вывоз кораллы, раковины и все, что связано с подводным миром Красного моря. Все это, к сожалению, остается здесь же, в Красном море. В противном случае будет следовать штраф от 150 до 2000 долларов.
بص كله بيطلع من وراه بيطلع. Очень много автобусов, особенно в Луксор едут, потому что зимой у нас прохладно в Луксор, градусов 30-35, максимум наоборот, конечно, в Каире, на севере совсем очень холодно, дождь каждый день, ветер очень сильно дует, поэтому все зимой именно, но вот это на самом деле название происходит от умирающих туристов. Вот те бедные туристы, которые туда ездят летом, очень жарковато, температура там достигает до 50 градусов, поэтому там ужасно, нельзя туда летом ехать. Вот, короче, на восточном берегу Нила очень такие красивые храмы, религиозные храмы, храм Карнак, еще храм Луксор. Храм Луксор по сравнению с Карнаком, он меньше, чем Карнак в 28 раз. Но сегодня специально приезжаем мимо его, чтобы смогли его снимать из автобуса. Такой замечательный красивый храм, но очень маленький храм, на самом деле не входит в посвящение, поэтому мы посетим с вами сегодня на восточном берегу Нила только один храм, это храм Карнак, самый большой, самый огромный храм. Или так еще называется Карнакский храм. На западном берегу, в городе Мертвых, очень много посещений у нас будет. Первое посещение, первая остановка около Калуси Хмемнона. Самая высокая статуя в городе Луксор, такие высокие большие статуи, называется Калуси Хмемнона. Очень интересная история про Калуси Хмемнона. Наш гид сегодня Мухаммед вам рассказывает. Вот после посещения Калуси Хмемнона сразу едем в храм Королева Хатшепсут. Самый красивый храм, трехэтажный, очень красивые фотки, очень красивые кадры можете сделать на фоне этого храма. И, конечно, там можно снимать, можно фотографироваться без проблем. После того сразу идем в долину царей. В долине царей 63 гробницы, но открытых для посещения только 3 из них для туристов. Но там, к сожалению, нельзя и снимать. Ни разу в жизни не трогали девушку. Он даже не знает, как это сами занимается. Что такое любовь.
нас все идет только после свадьбы. Поэтому всегда говорю, что самые бедные мужчины, самые добрые мужчины, это дети. Они горячие, да, ну, что горячие? Они просто голодные мужчины, так можно сказать. Поэтому здесь на юге то же самое, как у бедуинов. Жених нельзя увидеть невесту до свадьбы. Откуда он узнает тогда, что она красивая или нет, а это рассказы родителей. Но его мама должна сначала или заранее пойти в гости к родителям. Девушка смотрит на невесту. Она хорошая, полная, худая, хорошо готовит или нет, откуда она знает. Она пока у них в гости, родитель девушка кусит кофе. Если невеста хорошо приготовила маме кофе, тогда она хорошо готова. Но мама дома возвращается, скажет сыну, что она видела, хорошая, красивая девушка, больная девушка, худая. Хорошо готовит или нет, если хочешь жизнь. Горины в Африке, города, страшные крокодили, там воскуса нету. Так же, как мы в Египте, слушаем про ваши медведи, которые по улицам ходят в России. Самого здоровья. У вас медведи на север, у нас крокодили на юге. За слона русские тоже виноваты. Знаете, что Асуановская плотина была построена с помощью русских инженеров? Русские виноваты. Нам помогали и построили Асуановскую плотину на юге. С тех времен все крокодили там остались за плотиной. И хочу вам сказать, крокодили, которые там живут, до сих пор вообще ненавидят русских. Крокодили обиделись на русских. Вот Хабибуськи, мы уже приехали сюда. Оно пришло. Выйти Хабибушка, сделать фотография. Можно выходить? На.
Пока-пока. Вот тут там кому. А сейчас уже мало. Вот сейчас в Америка, сейчас русские для русских тоже организуем тоже, ну, типа группами приезжают души, а как чартер тоже для них. Если хотите, на следующий раз тоже от них сукорсы путевку там прямо в России продаются, по-моему, 1200 долларов. Неделя в Кургаде, вторая неделька здесь вообще нравится русским этот круиз. Тоже разные, 4 звезды, 5 звезд. Там бассейн, дискотека, рестораны. Вообще кошмар. Уважаемые дамы и господа, подъезжаем к Карнакускому храму. Самое важное, самое замечательное, как Сукорс в программе говорил, в Карнакускском храме. Самый огромный храм построен во всем мире. И здесь будем на 1.5 часа. Мы идем посещать Карнакускский, или как его там называется, храм. Какой? Свят самый большой мир. Карнакс.
Давайте я тебе дам drinks. I give you one of them. Интересно, чьи статуром за второго, статуя бога Солнца Ра, статуя бога Амуна Ра, четвертая статуя, статуя бога звали в древнем Египте Питах. Бог Питах – это был богом Утмы, бог Утмы у древних египтян. До сих пор нам неизвестно, кто там происходит и какие инструменты в древнем Египте использовали. Я знаю, плохо спали, рано разбудили, дорога, жара. Смотрите, приехать сюда стоит или нет. Смотрите, вокруг нас такой огромный завтрак. Смотрите, сколько всего колонн, такие огромные, высокие. Самое главное, сколько десятилетий здесь стационно сохранилось. Его площадь зала 5,5 метров. Вот здесь стоят 134 колонны.
нас называется ифтар. И у нас очень принято, что во время поста, до того, как мы покушаем на 1-2 часа, все очень любят спать. На 1.5 часа или 1 час. И до ифтара на 1 час все мусульмане привыкли читать Коран. Читать Коран это на 1 час. А потом все позавтракают или покушают. Позавтрак, завтрак это значит ифтар, это значит еда, которую все мусульмане принимают во время завтрака. Почему не ужин? Почему не ужин? Потому что, по-моему, что первый период для человека в день это значит ифтар, это значит завтрак. Вот и почему. А сколько? Это будет на закате солнца, это значит без 26. Нет, 20:18. Ровно. Когда вы слушаете призыв к молитве, это значит, что все мусульмане могут кушать. И сейчас вам будет видно нас, я с водителем, когда мы покушаем вместе. Это будет через час 10 минут. Час 10 минут. Мы просто пока ничего не кушали, также не пили воду, ничего вообще. Также ни апельсиновый сок, ни яблочный сок, ни красный чай, ни желтый чай. Вот. У нас все основных районов. Это центральный район у нас, где называется Саккала. И второй район, это старый район, называется Бахар, о котором я вам рассказал. Третий район и третья часть называется Гест. Очень мало государственных домов, которые здесь находятся в Кургане. И сейчас ничего не свободного в этих квартирах. Почему? Потому что сейчас, как вам видно, что все квартиры уже заняты. Почему вам не было видно наших женщин здесь? Конечно, это актуальный вопрос для вас, да? Потому что у нас есть такая традиция. У нас город Хургада или общество Хургада это просто зимний курорт. Это зимний туристический курорт. Поэтому это не подходит египтянам, чтобы они живут нормально. Здесь чуть-чуть дорого, дороже. Это для нас, кроме для вас. Просто здесь расходы жизни вы позагораете. Но мы египтяне по натуре позагорели уже. Поэтому не надо больше загореть. Посерьезно. У нас жители всего Египта 75 миллионов человек. И в Хургаде, жители Хургаде 150 тысяч человек. У нас просто здесь, в Хургаде, нет основных жителей. Ну, просто были люди, которые приезжали сюда, это бедуины. Они приезжали с командиром ислама. Просто она очень стеснительная девушка. Она не может спать, так сказать, откровенно, я согласна, это правильно. Но просто она двигает голову чуть-чуть вперед, это значит, я согласна. Что касается Калима, если просто она очень красивая, самая красивая, туристически, также мы дали арабские пластинки и песни, которые записаны. И на втором этаже продаются египетский хлопок. Вы знаете, что египетский хлопок это самый лучший египетский хлопок, который эксплуатируют на другие страны, это египетский хлопок. Это также лучше, чем американский хлопок. Вы можете там смотреть и покупать.